пожалуйста, на выборах в облсовет кандидаты от КПРФ будут называть себя командой губернатора? Спасибо. Губернатор – член партии. И Компартия здесь ему подставляет плечо. Все, что делает его команда в положительном плане, мы поддерживаем и разъясняем населению разные аспекты. Кто в первой десятке списка в облсовете? Ну, я думаю, что сегодня еще преждевременно говорить. Вас интересует первая тройка. У нас десятки не будет, а будет первая тройка. Она формируется и сейчас согласовывается с Центральным комитетом партии. У нас такой порядок, значит, первая тройка в обязательном порядке согласовывается, и мы должны получить официальный документ. Я думаю, его получим, мы рассмотрели, мы знаем, кто это будет. Это известные вам люди, вот, авторитетные, которые уже прошли, не раз уже избирались в органы власти, поэтому мы об этом скажем 26 июня на областной партийной конференции. В Госдуму будете выдвигать кандидатов? Мы направили свои предложения по кандидатам в Государственную Думу. 24 июня пройдет съезд партии, и на съезде будет принято решение. Я бы не хотел сейчас это озвучивать, поскольку решение принимает не областной комитет партии, а это принимает съезд партии.